Едем дальше. Так, давайте посмотрим. Не знаю, вот это пойдет это или нет. Вполне возможно, это уйдет в раздел милитари, что ли, его назвать. Не знаю, как правильно. Наверное, надо такой раздел создавать для друзей. Ну, смотрите, внутри мягенькая, хорошая поверхность, которая не повредит ваш экран. Да, сюда я положил Sony. Ребят, что-то я совсем уже заговариваюсь. Asus Zenfone Max, да, диагональ 5,5. И что мы делаем? Мы закрываем. Немножечко даже он там побалтывается. Сбоку у нас есть резиночка для того, чтобы сюда вставить ручку, наверное. Да, есть вариант все это дело посадить на ремень вот таким вот образом. А есть вариант все это дело зацепить на карабинчик. А так как у нас это выглядит еще вот таким образом, ну, вполне возможно, можно будет надеть там не на горизонтальную, а на вертикальную какую-нибудь а-ля ремня штукенцию. Ну, ребят, вполне удобная штука для больших телефонов. Цвета, вот, к сожалению, я не совсем помню, были там другие цвета или нет. Ну, зайдите, посмотрите. Стоит вполне недорого, достаточно удобно. Как бы, наверное, в раздел милитари, наверное, его назвать, пойдет, да, то есть там можно будет заходить тем, кто играет в пинбол, страйкбол, ходит на охоту, ну, вообще там любят какие-нибудь там камуфляжные вещи. Там, думаю, достаточно много чего интересного там будет.